9 июня состоялся первый урок в рамках образовательного проекта для пенсионеров «Понятный интернет» от Trinity. Более 30 человек старшего поколения собрались в здании Приморской администрации, чтобы больше узнать и об интернете, и о новых технологиях от специалистов Trinity. Целью проекта является вовлечение людей пенсионного возраста в информационное пространство. Сложно представить жизнь современного человека, неважно какого он возраста, без новых технологий. Поэтому мы и собираем людей для того, чтобы познакомить с этими технологиями, рассказать, как ими пользоваться, что люди могут получить, используя сервисы и службы глобальной сети интернет. Организационную помощь в проведении мероприятия оказал территориальный центр социального обслуживания Приморского района. Одно из направлений деятельности центра является реализация социальных проектов для людей пенсионного возраста. Очень приятно, что люди пожилого возраста не стоят на месте и стремятся освоить какие-то новые технологии, в первую очередь интернет, работу на компьютере. Планируется, что подобные уроки компьютерной и интернет-грамотности для пенсионеров пройдут во всех районах Мариуполя. В свою очередь студенты обещают исправно посещать все лекции компании Trinity. В обязательном порядке. Это настолько интересно, настолько захватывает, что, конечно. Я подключилась интернет-провайдеру Trinity и довольна ихними услугами. Я, бывает, частенько обращаюсь к ним за помощью, они мне помогают. Напомним, это не первая образовательная инициатива компании Trinity. На протяжении всего учебного года в 25 школах Мариуполя для учащихся реализовывался проект «Интернет. Мир безграничных знаний».